Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную детскую шапочку-шлем в виде лисички. Вяжется довольно-таки быстро и просто эта шапочка. Уходит всего лишь один моток полностью на все вязание. Плюс немножечко черного цвета и немножечко белого цвета. Это для оформления шапочки. Данную шапочку я вязала ниточку в два сложения. Довольно-таки получилась плотненькая, хорошо. В принципе, шапочка подойдет для размера окружности головы ребенка где-то 46-48 сантиметров. В среднем я взяла вот для 47 сантиметров окружности головы и уже от этого отталкивалась, вязала. Что вам понадобится, какие мерки? Это окружность головы и вот здесь вот длина окошка, вот где лоб у ребенка, от бровки до бровки, то есть вот это расстояние и высота окошко, то есть высота окошка берется где-то до пол подбородка, то есть чтобы вот здесь вот резиночка еще была на подбородке у ребенка. То есть в принципе шапочка связана для тех, кто не любит поправлять постоянно ребенку шарфик или устал от этого, и точно так же для детей, которые не любят просто-напросто носить шарфики. Очень шапочка удобная, как по-моему, так в принципе, если будете вязать в две ниточки тоненькие, не требует даже подклада. Если хотите, можете подшивать флисовый подклад уже на ваше усмотрение. В принципе, что еще хочу сказать, вяжется шапочка с одного моточка всего лишь ушло, то есть довольно-таки экономно. Вязала я лицевой гладью и резиночка 1 на 1. Далее немножечко вот здесь вот оформление идет крючком. Носик кольцо амигуруми, то есть вот здесь вот мордочка крючком, ушки связаны спицами. Вязала я на 5 спицах чулочных, можете вязать на круговых спицах для тех, кому удобно вязать на круговых. Конечно же, кому понравилось, не забывайте лайкнуть, и мы начинаем вязать. Для вязания нам понадобится пряжа, я взяла полушерстяную пряжу оранжевого цвета, это фирма Ланоса, серия Бонита, 300 метров 100 граммов. Более подробно можете посмотреть отдельное видео о этой пряже, ссылочку оставлю под этим видео, смотрите в описании. Также нам понадобится пряжа еще немножечко белого цвета и черного для тех, кто будет делать мордочку. Теперь спицами я буду вязать номер 3,5, это чулочные спицы, 5 штучек. Нам понадобится также крючок любой размер до 3 мм, я взяла 1,75. Также понадобятся ножнички и сантиметр. Я буду вязать две ниточки, но для того, чтобы было видно вам хорошо, я буду вязать начало, показывать в одну ниточку. Вы берете один краешек, вот он, который рабочая ниточка у вас, когда вы сняли этикеточку, а второй кончик вы можете достать из серединки. То есть вот здесь вот в серединке вы вот так вот пальчиками хорошо-хорошо вглубь просовываете пальчики и достаете вот такой вот краешек, то есть вот он у вас краешек, берете одну ниточку, та, которая у вас сверху, и вторая, та, которая у вас с внутренней стороны, и получается вот такая замечательная двойная ниточка, и при этом у вас внутренняя ниточка и внешняя не будут сильно запутываться, а вот так вот в двойную ниточку будете вязать, то есть берете, набираете начало в две нити. Но так как по видео это будет плохо видно, то я буду вам показывать в одну ниточку. Берем рабочую ниточку и 2 спицы. Набираем 8 петелек плюс 1. То есть всего нужно набрать 8 рабочих петелек плюс 1 для замыкания в круг. Я набираю на начальную спицу первую 2 петельки, затем приставляю вторую спицу и набираю еще оставшиеся нужные для нас петельки. То есть сейчас я набрала 7 петелек, еще набираю 8 рабочую и 9 для замыкания в круг петлю. Теперь беру, вытаскиваю спицу, на которой начальные 2 петельки, и оставляю на ней еще одну петлю. Затем беру третью спицу и на нее также переодеваю еще 3 петельки. У нас получается вот так вот 3 спицы по 3 петли. Хвостик коротенький я вытаскиваю наверх, рабочая ниточка у нас снизу. Теперь подтягиваю первую спицу и третью. Переодеваю последнюю набранную петельку там, где у нас первая. И первую переодеваю на последнюю провязанную петельку, при этом спускаю рабочую петлю. И переодеваю обратно. Как бы я на нее просто переодела последнюю петлю, и у нас получился замкнутый круг из 8 петелек.
Вот эти 8 петелек у нас и будут рабочие. Берем далее еще одну спицу и начинаем вязать первый ряд. Вяжем первые 2 лицевые петли. Первая лицевая и следующая вторая лицевая. Затем между второй и третьей петелькой вот здесь поднимаем перепоночку. То есть делаем как бы вместо накида поднятие петелек между второй и третьей петлей. Это будет тяжело сделать, так как это первый ряд. В дальнейшем будет полегче. Поднимаем вот эту промежуточную перепоночку между петельками. И за заднюю стеночку вяжем петлю лицевой. Мы добавили на первой спице одну петлю. Далее снова вяжем 2 лицевые. 1, 2. И между второй и третьей петелькой поднимаем снова промежуточную вот здесь ниточку петлю. Делаем и вяжем лицевой за заднюю стеночку. Мы сделали таким образом второе прибавление. И берем еще одну спицу, чтобы нам было вполне удобно вязать оставшиеся остальные ряды. То вяжем вот оно оставшуюся одну лицевую петельку. И со следующей спицы провязываем еще одну петельку лицевой. А затем между второй и третьей петелькой поднимаем снова промежуточную и вяжем за заднюю стеночку лицевой. Мы добавили на третью спицу третью дополнительную петлю. И затем у нас до конца ряда остается 2 петли, вяжем их лицевыми. И между первой и последней петелькой ряда мы поднимаем промежуток вот здесь, петелечку, и вяжем за заднюю стеночку лицевой. Таким образом, мы сделали в первом ряду прибавление. У нас на каждой спице теперь вместо 2 по 3 петли. То есть из 8 у нас получилось 12 петелек. И в каждом последующем ряду мы будем добавлять в конце каждой спицы по одной петельке. То есть у нас в каждом ряду будет добавляться по 4 петли. Итак, второй ряд. Провязываем на спице на первой все 3 петли. Затем между первой и второй спицей поднимаем вот этот промежуток, одеваем его на спицу и провязываем за заднюю стеночку лицевой. Таким образом сделали первое прибавление. Затем снова провязали все 3 петельки, которые есть на второй спице. И между второй и третьей спицей поднимаем промежуточную вот здесь вот петлю. И провяжем ее за заднюю стеночку лицевой. Сделали второе прибавление. Затем на третьей спице провязываем все 3 петли, которые здесь есть. И между третьей и четвертой спицей поднимаем промежуточную петлю. За заднюю стеночку вяжем лицевой. Это у нас третье прибавление. И осталась одна спица с 3 петлями. Поэтому довяжем эти 3 петли. И в конце ряда между первой и четвертой спицей у нас вот здесь вот тоже есть перепоночка. И вот мы поднятие делаем петли и вяжем за заднюю стеночку. Почему за заднюю? Как бы перекрещено. Если мы будем вязать за переднюю, то получится дырочки. Нам дырочки абсолютно не нужны. Теперь у нас начало третьего ряда. И у нас, как вы видите, в начале третьего ряда уже на спицах по 4 петли. И теперь вяжем. С первой спицы вяжем 4 петли имеющиеся. Между первой и второй спицей поднимаем снова петельку. И вяжем за заднюю стеночку лицевой. Уже у нас на первой спице 5 петелек. Далее со второй спицы вяжем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Между второй и третьей спицей поднимаем петельку. И вяжем за заднюю стеночку перекрещенной. У нас на второй спице уже 5 петелек. Далее с третьей спицы вяжем 4 петли имеющиеся лицевыми. И между спицами снова достаем вот эту промежуточную петлю и вяжем ее лицевой. Уже и на третьей спице у нас 5 петелек. И оставшаяся четвертая последняя спица вяжем 4 петли лицевые. И между первой спицей и четвертой вот так вот достаем промежуточную петлю и вяжем за заднюю стеночку лицевой. Таким образом у нас добавилось уже в третьем ряду получается еще 4 петли на каждой спице по петельке. Вот таким вот образом мы будем прибавлять в каждом ряду на каждой спице по петельке, то есть по 4 петли. И будет такое вот расширение донышка. При этом я рекомендую вам
отметить начало ряда. Чтобы вы ориентировались в дальнейшем, у нас сейчас мало петелек, вы видите, где у вас сколько петелек. А затем, чтобы каждый раз вам не считать, отметьте начало ряда, либо же вот этот краешек ниточки я перекину в начало ряда. Вот таким вот образом я буду видеть, что у меня начало ряда, если вот так торчит ниточка. Теперь продолжаю. У меня 5 петелек, значит, я вяжу 5 лицевых, и всегда будут петли лицевые. Затем в промежутке между спицами поднимаю промежуточную петельку. И вот так вот дальше прибавляю. Уже 6 петелек на первой спице. Далее со второй спицы вяжу 5 петелек. И между второй и третьей спицы поднимаю дополнительную петлю. Провязывая за заднюю стеночку, у меня уже на второй спице 6 петелек. Затем провязываю с третьей спицы 5 петелек. И шестую промежуточную вяжу за заднюю стеночку, подняв между спицами. Вот здесь вот перепоночку между петлями. И на третьей спице у нас уже 6 петелек. И осталась последняя спица. Вяжем с четвертой спицы 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И между первой и четвертой спицей поднимаем перепоночку. И вяжем шестую последнюю петлю в этом ряду. Снова добавили 4 петли. И в конце ряда у нас уже на каждой спице по 6 петелек. То есть 24 по кругу. 6 и 6, 12. И с этой стороны точно так же 12. При этом виден у нас здесь начало и конец ряда. Вот так вот. Хотите, можете еще раз, повторюсь, отметить маркером каким-то более цветным. Либо цветной ниточкой. Но мне вот так вот будет видно. И вот таким вот образом мы будем делать расширение донышка шапочки. Стягивать я буду аккуратненько. Где в ниточку, в иголочку, ищем вот эти вот полупетельки верхние. И продеваем через полупетельку, то есть одну пропускаем во вторую, протягиваем ниточку. И тем самым плавно затягивая. То есть не спешите резко затягивать ниточку, чтобы она у вас не оторвалась. Вот, ну, в принципе, она двойная, не должна. Вот. И вот так вот стягиваем, стягиваем и прячем кончик сквозь вязание. То есть вот таким вот образом стянули. Ниточку можете отправить на изнаночную сторону. И отрезаем наш краешек. Итак, нам нужно делать увеличение донышка до тех пор, пока у нас на каждой из спиц не будет 20 петелек. То есть сейчас по окружности мы увеличили до 80 петелек. Теперь отметив начало ряда, стянув серединку, мы отрезали ниточку, и я этой ниточкой отметила начало следующего ряда. И теперь мы будем вязать просто лицевыми петельками по кругу нужную нам высоту. Я пока провяжу 10-11 рядочков для того, чтобы посмотреть, сколько сантиметров у меня будет высота в 10-11 рядочков до макушки. А затем уже скажу вам, сколько всего рядочков мы будем вязать в целом. Теперь смотрите, я буду вязать сейчас просто лицевыми петельками со смещением где-то на 3-4 петли на каждой спице. То есть провязав первую спицу, я буду вязать 3-4 петли со следующей спицы и так далее. Провязав следующую спицу, снова на 3-4 петли смещение вперед. Почему так? Потому что если вы вяжете на круговых спицах, то, соответственно, просто подвигаете лесочку и будет у вас непрерывное вязание. То есть здесь 4 спицы и может быть какая-то, скажем, грань будет видна, различие между переходом между одной спицей и второй. Точно так же здесь третья и четвертая. То есть может быть какие-то видны грани. Вот чтобы их не было, я буду вязать со смещением. И по итогу провязывания последнего ряда, то есть либо это 10-го, либо 11-го ряда, я пока не определилась, то я уже перейду именно на провязывание непосредственно на каждой спице по 20 петелек, уже от начала ряда 20 петелек. И чтобы у нас в конце ряда тоже была грань вот этого вот начала и конца ряда. То есть вот таким вот образом, как сейчас, я и хочу закончить последний ряд. А затем, уже ориентируясь на провязанные рядочки, я посмотрю, сколько нужно мне всего будет провязать высоту шапочки от серединки донышка
непосредственно бровок ребенка, для того, чтобы потом определиться, сколько петелек нам нужно на окошко для личика. И расстояние у нас здесь от спицы 1 до 2, если вот так вот выровнять вязание, то 12 сантиметров. То есть и снизу кверху, и по боковых вот здесь вот сторона 12 сантиметров. Я все-таки провязала 11 рядочков, потому что 10 мне показалось очень мало. И теперь смотрите, нам нужно отделить сейчас перед от затылка. Первые, вот они наши петельки на первой спице, вот она наша отметочка начала ряда. Первые 8 петелек мы провяжем лицевыми. То есть, как и прежде, мы как бы вяжем высоту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее наперед я возьму 24 петли. То есть 12 петель с первой спицы после 8 провязанных и 12 первых со второй, а затем 8 довяжу лицевыми. То есть вот эти 24 средние петли, как раз они у нас находятся вот так вот посередине рубчик вот этот нашей высоты донышка. И вот так у меня будет перед. То есть вот этой длины мне более чем достаточно для окошка личика данного возраста. И поэтому мы сейчас вот эти 24 петельки личика провяжем как бы резиночкой 1 на 1. То есть прочередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. В принципе, можно было бы и дальше вязать лицевыми петельками, но мне не хочется, чтобы у меня вот этот краешек лицевой глади загинался. То есть если вы сейчас посмотрите на спицы, у вас спицы немножечко как бы отворачиваются вперед. Вот мне этого эффекта не хочется, мне хочется более ровное вязание, поэтому я провяжу 24 петли, чередуя лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная. А затем вот эти 8 петелек с конца второй спицы закончу просто лицевой гладью, как и начинала первые 8 петелек с первой спицы. Итак, вяжу я 24 петли, чередуя лицевая, изнаночная. Закончила на первой спице, перехожу на 12 петель со второй спицы. И как и говорила, в конце я довязала 8 лицевых. То есть наше окошко из 24 петелек провязано, чередуя лицевая, изнаночная. Теперь до конца ряда 2 спицы нужно довязать лицевыми петельками. Довязали ряд до конца и еще один ряд точно так же повторим. То есть над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. Снова вяжем 8 лицевых в начале, затем 24 петли резинка 1 на 1 и 8 петелек в конце лицевые. И также 2 спицы лицевыми. Довязали второй ряд над лбом, вот здесь вот над окошком резиночки 1 на 1. И третий ряд повторяем точно так же по рисунку. 8 лицевые, 24 резинки 1 на 1. И 8 лицевых, затем 2 спицы просто лицевыми петлями. Третий ряд также довязан. И мы сейчас должны закрыть петельки для вот этого окошка на лбу. Поэтому вяжем 8 лицевых первых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем у нас идет лицевая изнаночная. Мы вяжем либо лицевая изнаночная, либо просто 2 лицевые. И первую лицевую одеваем на вторую. Затем снова лицевая и переносим предыдущую петлю на последующую. Лицевая, предыдущую петлю на последующую. Лицевая, предыдущую петлю на последующую. То есть я просто делаю закрытие 24 петель, которые у нас будут с верхней стороны окошка для лица. То есть там, где у нас бровки у ребенка. И вот так вот делаю закрытие петелек. 12 петель с одной спицы, с первой после 8 лицевых. И буду делать 12 петель первых со второй спицы. И получится у нас закрытые 24 петли. И 8 лицевых петель по обеим сторонам вот этих 24 петелек. То есть смотрите, вот так должно у нас получиться. Я буду закрывать до конца
вот этих 12 петель на второй спице. Вот так вот у меня остается еще лицевая, я ее провязываю лицевой, изнаночная провязываю лицевой. Можно изнаночную провязывать изнаночной, здесь не столь принципиально. Главное, что если начинаете провязывать лицевой, то до самого конца провяжете лицевой. А если изнаночную провяжете от начала изнаночной, то до самого конца закрытия вам нужно провязывать изнаночную изнаночными. Итак, до конца у нас остается вот 8 лицевых, поэтому мы берем еще одну лицевую и на нее одеваем предыдущую петлю. То есть у нас получается 7 здесь лицевых петелек и 8, вот она, последняя при закрытии цепочки. И довязываем вот эти оставшиеся петельки лицевыми, как и прежде. То есть смотрите, что у нас получается. Можно вот эти лицевые переодеть, в принципе, на другую спицу. Так вам будет даже удобнее сейчас понять. Итак, вот они наши 8 лицевых с одной стороны, 8 лицевых с другой стороны и закрытые петельки вот этого переднего окошка. Вот так должно у вас получиться сейчас. И если вы посмотрите вот здесь вот в правый уголок, то здесь не совсем корректно и красиво окончание. Здесь вот красивенько идет косичка и все замечательно. То здесь у нас как такой вот обрывчик. Поэтому рекомендую вам взять крючок, найти вот эту первую петельку косички и вытащить сквозь нее вот эту последнюю лицевую, ближнюю лицевую к косичке, и продеть сквозь первую петлю закрытия. Вот так вот. И возвращаем снова петельку обратно. То есть у нас получился как вот такой вот краешек с одной стороны, так и с другой стороны. И сейчас получается аккуратное, красивое окончание стороны. Теперь же мы будем вязать прямыми обратными рядами. То есть сейчас, связав вот эти лицевые, нам нужно еще две спицы, вот эти вот, довязать, как всегда, лицевыми, то есть до конца ряда, и связать еще вот эти 8 петель также лицевыми. С лицевой стороны я буду вязать все петли, включая последнюю петлю, лицевыми петлями. С изнаночной стороны при повороте буду вязать все петли изнаночные, включая последнюю петлю. Первую буду снимать не провязанной, последнюю буду вязать по рисунку стороны. То есть мы будем вязать, продолжать лицевой гладью, как и связана наша макушка и вот этот вот верх. И спереди у нас должно получиться вот так. Я думаю, вполне аккуратно и красиво, поэтому продолжаем вязать прямыми обратными рядами. Довязав лицевой ряд, нам нужно связать еще высоту окошка в 18 рядочков и закончить вязание в конце лицевого ряда. При этом в конце лицевого ряда перенесите несколько петелек, где-то 5-6 петелек, на отдельную спицу, чтобы у вас было всего вязание на 4 спицах, на 4 немножечко петелек. И теперь мы будем вязать нижнюю часть окошка, то есть где наш подбородочек. Смотрите, для подбородочка нам нужно восполнить закрытые петельки. Их у нас было сверху 24, поэтому мы так и будем 24 набирать дополнительные петельки снизу, для того, чтобы соединить вязание снова в круговую. Итак, смотрите, натягиваем рабочую ниточку, затем вот так вот пальчиком закручиваем и вяжем петельку первую, затем вот так вот за заднюю стеночку, смотрите, набираете вторую, за заднюю третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, 21, 22, 23 и последнюю 24 петельку. И сейчас замыкаем вязание в круг, берем нашу пятую спицу и продолжаем вязание. То есть сейчас по кругу у нас, как и при вот здесь вот при прямом вязании высоты долба, было 80 петель. Точно так же и снизу мы набрали 24 петельки, смотрите, чтобы они не были перекручены у вас. И по кругу у нас снова стало 80 петелек.
Сейчас продолжаем вязание. При этом у нас начало ряда будет вот с вот этой стороны, где у нас получается левая боковая часть. И продолжаем вязать. Мы будем сейчас вязать подбородочную часть, то есть под шейку, поэтому я буду вязать ее резиночкой 1 на 1, точно так же, как и здесь. Первую петельку вяжем лицевой, совмещаем плотненько и вяжем первые петли плотненько, для того, чтобы у нас вязание было как бы такое непрерывное, красивое. Связали лицевую первую, далее вторую петельку вяжем изнаночную. Снова лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот таким вот образом мы вяжем первый ряд резиночки 1 на 1, чередуя лицевая, изнаночная петля до конца ряда. Связав петельки все на спицах по кругу, мы дошли до набранных петелек. Набранные петельки мы точно так же продолжаем вязать лицевая, изнаночная по рисунку, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. При этом вяжите аккуратненько, чтобы не спустить вот эти набранные петельки. И вот так вот продолжаем вязать. У нас должно вязание конца этого ряда закончиться на изнаночной петельке. Так как начинался ряд, вы помните, на боковой стеночке с лицевой петли. То есть у нас должна резиночка 1 на 1 как начаться с лицевой, так закончиться изнаночной. То есть все должно совпасть по рисунку. Довязав ряд до конца, у нас получается вот такая вот картина. И мы продолжаем вязать резиночкой 1 на 1 нужную высоту нашей горловинки. Я буду вязать порядка 6-7 сантиметров. Я думаю, что 6 сантиметров в принципе вполне достаточно для такого размера шапочки. Если вы хотите, можете вязать пошире. Вот, теперь смотрите, вот так вот, если вы повернете, у нас получается... Вот оно, размер окошка. В принципе, на этом этапе можете померить на ребеночке, чтобы вам было наверняка, скажем, по размеру подходило. И все, если где-то что-то мало, много, то, соответственно, уже ориентируйтесь на наше вязание. Где-то убираете, где-то добавляете. Возможно, вам мало вот этой высоты окошка, но вот эта резиночка должна уже начинаться где-то вот на уровне, чуть выше, чем подбородок, то есть под губкой, для того, чтобы ребеночку не задувало в шею. Вот. Итак, вяжем резиночкой 1 на 1 нужной нам высоты. Если так ориентироваться, то это порядка где-то 16, может быть, чуть больше рядочков. Вот здесь вот под изнаночными петельками вяжем изнаночные, под лицевыми лицевые. То есть вы можете посмотреть, в принципе, отдельное видео, где мы вязали резиночку на 1 на 1, для того, чтобы понять, как ее вязать. Для тех, кто не знает. Для тех, кто знает, просто продолжаем вязать высоту горловины. Итак, я связала 16 рядочков резиночки 1 на 1. Мне этой высоты горловины более чем достаточно. И смотрите, теперь нам нужно сейчас нашу горловинку, полностью всю окружность, поделить петельки на реглан для того, чтобы связать манишку. Итак, смотрите, для того, чтобы вам было удобно рассчитывать петельки на реглан, мы сейчас, вот эта петля наша получается первая лицевая на первой спице в начале ряда, к ней переоденьте предыдущую, вот здесь вот, получается, последнюю петлю ряда, предыдущую петлю перед ней, перенесите на первую же спицу. То есть, чтобы у вас начиналась боковинка с изнаночной петли. Вот здесь вот. А уже передние у вас петельки будут начинаться или заканчиваться, или начинаться с лицевой вот здесь вот петельки. То есть, смотрите, если вы повернете к себе передом, и вот так вот посмотрите, вот она первая петля ваша боковая лицевая, переодеваете к ней изнаночную, и здесь у вас остается лицевая петля. Все, переодели, теперь отлаживаем наше вязание в сторону. Я беру листик и ручку, я уже предварительно здесь набросала окружность нашей горловинки, она у нас составляет 80 петелек. И поделить нам нужно на реглан, то есть на спинку, на переднюю часть, на первый рукав и на второй рукавчик. На регланной линии у нас будет уходить по одной, обязательно запомните, лицевой петле. По одной лицевой петле со всех сторон. То есть 80, нам нужно отнять петли реглана, их у нас 4. Остается 76 петелек. Нам нужно равномерно разделить на спинку рукав
Первый рукав, второй и перед. Но смотрите, в принципе, всегда я на рукавчик беру меньшее число петелек, чем на спинку и перед. В принципе, 76 делится на 4, получается по 19 петелек, то есть на рукав, на спинку, на рукав второй, перед. Если вам удобно брать по 19 петелек, пожалуйста, смело начинайте вязать. Но, так как я хочу, чтобы у нас перед и спинка как бы лежали ровно, как бы если мы сейчас возьмем 19 на перед, на спинку, то будет немножечко реглан смещения. Я люблю ровный, поэтому я заберу по 2 петельки с рукавчика на спинку и со второго рукавчика 2 петельки на перед. То есть смотрите, у нас получается по 19 мы берем на рукав, но так как 2 петли забираем, то получается у нас 17 петель. Мне 17 петель на рукавчик более чем достаточно, там хорошее пойдет расширение, поэтому я беру по 17 петель. Теперь, так как мы забрали 2 петли, то на перед и спинку у нас 19 плюс 2 будет 21 петля. Перед и спинка. Теперь же 2 петли реглана. Получается, на перед у нас 23 петли с петлями реглана. На спинку 23 петли. И на рукавчиках у нас останется промежуточных 17 петель между регланными линиями. Так я и буду распределять по нашей шапочке. То есть, смотрите, что мы делаем. Хотите, можете отметить начало ряда. Можете взять 4 маркера и отметить именно регланные линии, вот эти петли реглана. Я их вижу хорошо, я уже очень давно вяжу регланы, поэтому, в принципе, отмечать ничего не буду. Главное, чтобы вы поняли. Мы перенесли первой петле боковой еще изнаночную петлю. И начинаем отсчитывать. У нас боковая сторона, 17 петелек между регланными линиями. Смотрите, 17 петелек. Отсчитываем от изнаночной, начиная. Одна, первая петля, изнаночная. Это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая. Закончилась тоже изнаночной. Точно так же я буду делать, не перенося никакие петли при прибавлении реглана. То есть у меня с боковых сторон будут 17 петель, эти от начала до конца. Теперь следующая петля у нас идет лицевая, это петля реглана. Как я вам говорила, с задней стороны у нас, со спинки стороны, будет 23 петли. Первая петля реглана. Далее средние отсчитываем, у нас 21 петля с изнаночной по изнаночную. И последняя, 23-я петля лицевая, линия реглана. То есть вот они у нас по краям, две лицевые, это линии реглана. Обязательно отсчитайте и можете точно так же перенести на спинку линии реглана вместе с петлями спинки. Теперь на четвертой спице у нас, если вы вяжете круговыми, то обязательно отметьте себе, вы так будете сбиваться. Поэтому для тех, кто вяжет на круговых, лучше отметьте. Для тех, кто вяжет со мной на чулочных, то, соответственно, вам проще. Итак, на третьей спице, начиная с изнаночной, заканчивая изнаночной, нам нужно отметить вторую часть, то есть второй рукавчик, 17 петелек. С первой изнаночной по последнюю изнаночную отсчитываем 17 петелек и переносим на третью спицу. И на последней, четвертой спице у нас остается 23 петли, то есть первая и последняя линии реглана, обязательно, как я уже уточняла, лицевые петельки. И между ними 21 петля переда. Теперь смотрите, после того, как вы распределили, берем нашу спицу и провязываем вот эти вот петли боковые, 17 лицевых, просто лицевыми петельками. То есть мы сейчас переходим на лицевую гладь, с которой начинали. То есть мы просто провяжем. Почему? Нам нужно начать реглан с задней вот этой вот стороны. Первая линия реглана у нас будет на спинке вот здесь. Почему так? Потому что если вы начнете вот здесь вот с передней линии реглана, то у вас получится косой бок на передней стороне. Нам этого не нужно. Поэтому линию реглана мы начнем со спинки. Сейчас провяжите 17 петелек с боковых, с боковой стороны, то есть это первый наш рукавчик, лицевыми петельками. Абсолютно все 17 петель. Причем я буду вязать
лицевые петельки за переднюю стеночку, а изнаночные за заднюю, для того, чтобы красиво ложилась косичка. Вот лицевая за переднюю петлю, изнаночная за заднюю петельку. И вот, провязав наши 17 петель боковых, начинаем вывязывать первый ряд реглана. Делаем накид. Просто вот петельку подхватываем с рабочей ниточки. Теперь лицевую петлю реглана провяжем лицевой и делаем еще один накид. То есть вокруг петли реглана у нас 2 накида. Теперь у нас идет средняя 21 петля. Мы вяжем их лицевой. 1, 2, 3, 4 и так далее. То есть до последней петли лицевой реглана мы вяжем все петельки лицевые. Можете отсчитывать 21 петля. Если вы вяжете на круговых спицах, отсчитывайте. И вот мы сейчас довяжем наши лицевые. И у нас вот она, последняя лицевая петля. Это вторая петля линии реглана. Делаем накид. Лицевую провяжем лицевой. И делаем еще один накид после лицевой. Переходим на боковую стеночку. Здесь у нас 17 петель рукавчика, поэтому вяжем 17 лицевых. Просто провяжем первый ряд рукавчика вот так вот. Это у нас уже второй рукавчик, который я не буду переодевать, на который я не буду переодевать петли реглана. Они у меня постоянно будут сзади, спереди, до тех пор, пока мне не покажется, что нужно будет переносить, так как их будет больше 100 штук. Итак, мы сейчас находимся на третьей петле реглана. Вот она у нас первая лицевая. Мы делаем накид, провяжем лицевую лицевой. И после лицевой делаем еще один накид. Теперь у нас 21 петля лицевая до последней петли ряда. Она у нас линия реглана петля и обязательно будет лицевой. То есть, несмотря на лицевую вот эту гладь, у нас линия реглана тоже будет всегда лицевой. Вот так вот. Провяжем 20 и 21 петельку, делаем накид, линия реглана лицевой и после линии реглана накид. Теперь второй ряд у нас будет точно так же, как и первый. Боковые стеночки 17 петелек, так и вяжем лицевыми петлями. Вот они, наши 17 петель. Вяжем лицевыми. Далее переходим на вторую спицу. Это у нас спинка. И начинается наша спинка с линии реглана. Причем накид мы провяжем за заднюю стеночку лицевой, то есть как бы перекрещенной. Далее линия реглана у нас также лицевая. И второй накид вяжем за заднюю стеночку лицевой. Теперь у нас идут лицевые петельки промежуточные между линиями реглана. Их 21, как мы помним, поэтому вяжем их также лицевой. И снова у нас будет первый накид перед регланной линией. Мы его провяжем. Как и всегда, запомните, будут накиды провязываться за заднюю стеночку лицевой петлей. Вот так вот. Если вы провяжете за переднюю стеночку, абсолютно ничего страшного. У вас просто будут получаться такие вот дырочки вокруг реглана. Мне эти дырочки не нравятся, поэтому я буду вязать вот так. Теперь линия реглана у нас лицевая петля. И второй накид вяжем за заднюю стеночку перекрещенной лицевой. И снова боковая сторона наш рукавчик, 17 петель лицевых. Провязав рукавчик, переходим на перед. У нас снова линия реглана, которая начинается с накида. Мы накид провяжем за заднюю стеночку перекрещенной лицевой. Далее третья линия реглана мы провяжем лицевой. И накид второй вокруг лицевой провяжем снова перекрещенной лицевой за заднюю стеночку. Теперь у нас идут промежуточные 21 лицевая до четвертой последней линии реглана. Дойдя до накида,
мы накид вяжем за заднюю стеночку лицевой. Лицевую регланную вот эту вот петельку вяжем лицевой. И накид второй вяжем перекрещенной лицевой за заднюю стеночку. Боковые рукавчики у нас без изменения 17 лицевых. Теперь повторяем первый ряд, тот ряд, который мы делили с вами на реглан. То есть смотрите, у нас вот эти лицевые петельки, вот они у нас лицевые, перед и после, вот здесь вот накида, будут всегда неизменные лицевые. Вот эти накиды перекрещенные лицевые мы так и будем провязывать лицевыми. Но вот эта линия реглана, лицевая петелька, мы перед ней будем чередовать через ряд, делая накид, лицевая, накид. Все остальные петельки промежуточные мы провяжем лицевой. А каждый четный ряд, то есть второй, четвертый ряд реглана, шестой, восьмой, мы будем просто вязать вот эти накиды за заднюю стеночку перекрещенными. Запомните, просто чередование у нас именно ряд идет с накидами, где вы делаете накиды, ряд провязывания этих накидов лицевыми петлями за заднюю стеночку. Снова ряд с накидами, ряд провязывания за заднюю стеночку лицевыми. Далее, те петли, которые мы провязанные накиды, вот эти вязали, то так и вяжете, продолжаете их лицевыми. Они у вас добавились, получается, между к вашим промежуточным петелькам, между регланными линиями. И вот она, наша лицевая. Следовательно, делаем накид, провяжем эту лицевую, и вокруг нее снова опять накид. Вот этот перекрещенный, вот этот вот, вот эта петля перекрещенная, так и продолжаем вязать ее лицевой. Боковые стеночки я не трогала, поэтому их просто вяжем 17 лицевых без изменения. Дойдя до третьего реглана, снова мы вокруг лицевых будем вязать по накиду с обеих сторон по одной петле. А затем уже в четном ряду, то есть уже в четвертом следующем ряду, мы будем вязать перекрещенными эти накиды. Вот она, наша перекрещенная петля предыдущего ряда. Мы вяжем ее лицевой. Далее у нас идет линия реглана. Вот она, петля лицевая. Делаем накид, лицевую вяжем лицевой и делаем второй накид вокруг лицевой. Далее вот она, перекрещенная петля. Мы продолжаем вязать ее лицевой. И все промежуточные 21 петля, помимо этих добавленных двух с обеих сторон по петле, мы вяжем лицевыми. И последняя вот эта линия реглана, которая будет в конце этой спицы, точно так же перекрещенную лицевую вяжем лицевой, а вокруг лицевой регланной петли вяжем накид, лицевая и накид. Далее довяжем просто перекрещенную лицевую обычной лицевой. И повторяем. Четвертый ряд у нас как второй. Все петли рукавчика у нас лицевые. А далее, найдя нашу петлю накид, мы провяжем ее за заднюю стеночку скрещенной лицевой. Чтобы она у нас была полноценная уже петелечка, а не просто накид. Вот, смотрите, перекрещенная петля предыдущего ряда, мы ее вяжем лицевой. Далее накид вяжем за заднюю стеночку лицевой, регланная линия лицевая и второй накид за заднюю стеночку перекрещенной лицевой. И все петельки до накида снова вяжем лицевыми. А в следующем ряду вы снова будете делать ряд с накидами вокруг регланной лицевой петли. В следующем ряду уже будете вязать перекрещенными накиды. Опять потом накид, перекрещенный накид, накид, перекрещенный накид. Вот так вот будете чередовать ряды реглана. Чередовать нужно будет недолго, где-то порядка, может, 16-18 рядочков. Я думаю, что сильно глубокий не нужно делать. В принципе, там уже вы сориентируетесь сами, насколько вы хотите широкую, скажем, манишку. Вот. Здесь уже зависит дело от вкуса и насколько вам оно понравится, вид в итоге. Вот. Ну, где-то, опять же, повторюсь, где-то порядка 18 рядов, я думаю, будет вполне достаточно для данного размера шапочки. Поэтому продолжаем вот так вот вязать расширение реглана. И если вы посмотрите, то у вас уже
количество петель увеличилось, и в каждом четном ряду провязанные вот эти лицевые у вас будут добавлять по 2 петли с обеих сторон по петле. И вот она наша снова регланная линия. Мы вяжем перекрещенный лицевой накид, затем лицевая, перекрещенная, лицевая. И до последнего, вот здесь вот, до последнего, последней регланной петли будете вязать лицевыми. А следующий ряд начнете со спинки, с первой регланной линии на спинке, уже делать снова накид, лицевая, накид вокруг регланной лицевой линии. Если вы посмотрите, ее уже очень хорошо видно. Я считаю, что здесь вы не ошибетесь. Смотрите, вот вы провязываете накид перекрещенный лицевой, далее вяжете лицевую, лицевой и второй накид перекрещенный лицевой. И если вы посмотрите, вот она ваша лицевая, а от нее уже расходятся вот так вот петельки в стороны. На камере это не очень видно, но как бы в оригинале в жизни очень хорошо вам должно быть видно, даже если вы вяжете темными нитками. И вот так вот продолжаете делать расширение манишки. Довязали боковую стеночку, и вот она у вас спинка. Первую вяжете лицевой, вторую вяжете петлю, также лицевой, это скрещенная лицевая. Далее делаем накид, лицевая и накид. И все петельки лицевой. Так, первую линию делаете, вторую линию в конце этой спицы, и затем на передней части с обеих сторон у вас будет накид, лицевая, накид. Я думаю, что здесь вы справитесь самостоятельно, поэтому продолжаем вязать расширение. Я провязала вот такую вот не сильно широкую манишку, 14 рядочков, мне этого более чем достаточно, поэтому завершать я буду манишку буквально 3-4 ряда резиночкой 1 на 1. То есть начиная с заднего вот этого вот первой линии реглана, с задней части, заднего уголочка, вот так вот, смотрите, вот он рукавчик, я начинаю вязать резиночку 1 на 1, чередуя то лицевая, то изнаночная петля, лицевая, изнаночная. То есть, начиная от линии реглана, которая у нас лицевая, я продолжаю вязать чередование лицевая, изнаночная. Вот так 3-4 ряда, а затем закрою петельки. То есть, как вот здесь мы делали с вами на лбу, то есть сверху нашего окошка для лица, точно так же я закрою петельки и провяжу вот так вот резиночкой. То есть получится как бы такой вот завершенный вид. И на этом шапочка наша будет окончена. Останется только ее украсить. Вот я провязала 2 ряда резиночки 1 на 1. И остался еще один ряд. И затем я просто буду закрывать петельки. То есть смотрите, провязывать петлю лицевой и одевать предыдущую на последующую. Снова петля лицевая, предыдущая на последующую. Хотите, можете закрывать точно так же, как ложатся петли. То есть и там, где изнаночные, вязать изнаночные петли и накидывать предыдущую на последующую. А там, где лицевые, то лицевые. Хотите, можете все петельки лицевые, точно так же, как мы делали и вот здесь. Тоже зависит от вашего, скажем так, вкуса. В общем, закрываем петельки и приступаем к вязанию ушек. Для ушка берем ниточку, тоже двойную, и набираем 3 петельки. 2 начальные и еще одна. 3 петельки набраны. Теперь у нас получается изнаночная сторона. Вяжем 3 изнаночные петли, то есть эти петельки провязываем изнаночными и поворачиваем на лицевую сторону. На лицевой стороне мы будем делать прибавление. Первую кромочную мы будем снимать не провязанной, а затем между первой и второй петелькой, вот это между кромочной и петелькой, поднимаем промежуточную вот здесь петелечку и вяжем за заднюю стеночку, то есть как мы делали донышком. Добавили петельку, далее вяжем среднюю петлю. И еще раз между второй и третьей петелькой, вот здесь вот между кромочной последней и самой петлей, тоже поднимаем промежуточную петельку и вяжем за заднюю стеночку. То есть делаем еще одно прибавление. Получается, из 3 петелек у нас получилось 5. Обязательно вяжите за заднюю стеночку, чтобы она не была с дырочкой, чтобы не была. И кромочная, последняя, лицевая, так как в лицевом ряду.
Из 3 петелек получилось 5. С изнаночной стороны вяжем все 5 петелек изнаночными, без изменения. Первую кромочную снимаем, далее вяжем 4 изнаночные. Снова в лицевом ряду мы сделаем прибавление. Прибавление будем делать после кромочной и перед последней кромочной. Первую снимаем не провязанной, далее поднимаем промежуточную вот здесь вот петельку. И вяжем за заднюю стеночку лицевой. Теперь вяжем средние 3 лицевые, 1, 2, 3. И между последней кромочной и предпоследней петелькой снова поднимаем петлю и вяжем за заднюю стеночку. Петлю поднимаете, когда обратите внимание, чтобы она у вас была двойной ниточкой, как и при наборе. Провязали лицевой, и последняя кромочная с лицевой стороны у нас лицевая. Уже получилось 7 петелек из 3. Изнаночный ряд вяжем изнаночными петельками. Первую кромочную снимаем не провязанной и далее 6 изнаночных. Поворачиваем на лицевой ряд. Снова первую кромочную снимаем не провязанной. Далее между первой и второй петелькой поднимаем промежуточную петлю и вяжем за заднюю стеночку лицевой. Далее вяжем средние вот эти вот наши 5 петелек лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. И поднимаем промежуточную петлю между предпоследней петлей и последней петлей кромочной. И вяжем за заднюю стеночку лицевой. Кромочная у нас лицевая. Получилось у нас уже 9 петелек. Изнаночный ряд, все 9 петелек вяжем изнаночными. Кромочную снимаем и далее до конца ряда изнаночными. Снова поворачиваем в лицевой ряд. В лицевом ряду сделаем последние 2 прибавления. Первую кромочную снимаем не провязанной, далее поднимаем петлю между первой и второй петелькой, вяжем за заднюю стеночку лицевой. Промежуточные петельки до кромочной вяжем лицевыми. И между предпоследней и последней петлей кромочной поднимаем промежуточную вот здесь петельку вяжем за заднюю стеночку лицевой и кромочная лицевая. Мы увеличили до 11 петелек в ряду. Увеличивать мы больше не будем, а просто поворачиваем на изнаночный ряд. Первую снимаем и далее до конца ряда 10 изнаночных. Теперь поворачиваем на лицевой ряд и провяжем первую кромочную, снимем не провязанной и до конца ряда провяжем лицевые 10 петелек. Восемь, девять, десять. Изнаночный ряд 10 петелек изнаночных. Первую снимаем не провязанной и далее 10 изнаночных. И еще раз повторите, провяжите лицевой ряд. Первую кромочную снимаем не провязанной, далее 10 лицевых. И изнаночный ряд 10 изнаночных, кромочную первую снимаем не провязанной. То есть провяжите 2 ряда. Первый лицевой без изменения и второй изнаночный без изменения. Провязав изнаночный ряд, поворачиваем на лицевой. И теперь первую снимаем не провязанной. И далее вяжем лицевую. Первую одеваем на вторую лицевую. Третью провязываем лицевой. И то есть делаем просто закрытие обычной петелек. Предыдущую одеваем на последующую. Все петельки лицевые. То есть делаем закрытие петелек. И смотрите, это получается у нас внешняя сторона, та, которая рыженькая. А черненькая внутренняя сторона вяжется точно так же, но увеличение петелек делается до предпоследнего раза. То есть, смотрите, мы увеличили здесь до 11 петелек, а затем вязали без изменения, то внутреннюю сторону вам нужно будет увеличить до 9, а затем, повернув на изнаночную сторону, приложить лицевой стороной и пришить вот здесь вот уголочком, точно так же. И вот и получается вот такое ушко. Нам нужно такие детали сделать 2 штучки. И внутренние черные стороны тоже сделать 2 штучки. Можно упростить задачу и внутреннее черное ушко вязать всего лишь в одну ниточку. Ну, точно так же, как мы вязали в двойную оранжевого цвета.
Теперь носик я вам не буду показывать, просто ниточкой черного цвета делаем круг амигуруми, расширение до 24 столбиков без накида. Я оставлю ссылочку на круг амигуруми, и вы самостоятельно сможете связать. И теперь мы приступаем к мордочке. Мордочку я буду вязать ниточкой белого цвета, поэтому делаем начальную петельку и затем набираем 40 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее до 40 петелек. Набрав цепочку, мы теперь делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Делаем накид и в четвертую петельку от крючка. Вот даже получается первая на крючке, вторая, третья, четвертая и в пятую получается. Вяжем столбик с одним накидом и в дальнейшую каждую петельку вяжем по столбику с одним накидом. То есть вяжем, получается, в наши 40 петелек по одному столбику. То есть в конце ряда у вас должно получиться 40 столбиков с накидом. Причем 3 воздушные петли подъема в начале ряда нам заменили первый столбик. То есть всего нужно провязать 39 столбиков с накидом и 3 воздушные петли подъема в начале ряда. Связали 40 столбиков с одним накидом и теперь делаем в конце ряда 3 воздушные петли, замещающие нам столбик. Первый делаем накид и вяжем еще 14 столбиков с накидом. Первую петлю подъема пропускаем, то есть у нас получается петля основания цепочки. И далее вяжем первый столбик, второй столбик, третий и вот так вот 14 подряд столбиков с накидом. Связали 14 столбиков с накидом и, не довязывая до конца ряда, делаем убавление. Накид, в следующую петельку вяжем недовязанный столбик с накидом и далее в следующую петельку вяжем недовязанный столбик с накидом. И все 3 петельки соединяем общей петлей. Сделали убавление и теперь вяжем 2 воздушные петли подъема. Поворачиваем третий ряд, вяжем, то есть обратите внимание, мы связали второй неполный, дальше сделали 2 воздушные петли и вяжем третий ряд, начиная с убавления. В следующую петельку вводим крючок, вяжем недовязанный столбик и в следующую недовязанный столбик. 3 петельки соединяем общей петлей. Сделали убавление в начале третьего ряда и дальше вяжем до конца этого ряда 13 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и так далее. 13 столбик вяжем в третью петлю подъема в начале ряда. Вот связали 13 столбиков с накидом, делаем 3 воздушные петли и поворот. Обратите внимание, что у нас боковая сторона идет ровненько, а серединка идет на уменьшение. То есть вот так вот как бы треугольничком. Сделав 3 воздушные петли подъема, вяжем 11 столбиков с накидом, начиная со следующей петли. 1, 2, 3, 4 и так далее. 11 столбиков с накидом. Связали 11 столбиков, теперь делаем накид и недовязанный столбик в ближайшую петлю. Затем в третью петлю подъема снова делаем накид и недовязанный столбик вот так вот. Через все 3 недовязанных столбика вяжем одну ниточку. То есть пропускаем соединительный столбик, делаем сквозь 3 петли. Сделали убавление. Теперь вяжем 2 воздушные петли подъема и разворачиваем вязание. Ряд начинаем снова с убавления. Вяжем неполный столбик в первую петлю и неполный столбик во вторую петлю. И делаем соединительный столбик сквозь 3 петли. Теперь до конца ряда нам нужно связать 8 столбиков, а затем в конце снова сделаем убавление. Первый столбик, далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Далее вяжем неполный столбик в предпоследнюю петлю. И в третью воздушную петлю подъема тоже неполный столбик. Соединяем все общей петелькой.
Сделали убавление, теперь снова делаем 2 воздушные петли и разворачиваем вязание. Делаем в начале убавление, недовязанный столбик 1 и в следующую петлю недовязанный столбик 2, соединяем все общей вершинкой. Сделали убавление, теперь вяжем 6 столбиков средних. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь вяжем неполный столбик в последнюю петельку и в третью петлю подъема тоже вяжем неполный столбик. И соединяем все общей вершинкой. Сделали убавление, теперь вяжем 2 воздушные петли подъема. И снова в начале ряда вяжем неполный столбик 1 и неполный столбик 2. То есть делаем убавление. Затем вяжем 4 средних столбика с накидом. 2, 3, 4. И снова делаем убавление. Предпоследнюю петлю и в третью петлю подъема неполные 2 столбика. Соединяем общей вершинкой и делаем 2 воздушные петли поворот. Снова делаем убавление в начале ряда. 2 неполных столбика соединяем общей вершиной. 1 столбик посерединке. И в конце тоже убавление вяжем. И вот так вот у нас получается. Вяжем убавление, и у нас получается вот такой вот треугольничек. Сильно заострять треугольник я не буду. Теперь аналогично первой стороне я не буду делать убавление. Первое получается 3 ряда. Буду вязать прямым с одной стороны и убавление с другой стороны. То есть это мы провязали с вами, вот получается, левую сторону. Сейчас я привяжу ниточку и буду вязать с серединки, вот здесь вот. И точно так же делать убавление получается в эту сторону, а эта сторона у нас будет максимально прямая, затем я сделаю небольшое закругление. Аналогичным образом я точно так же сделаю вторую сторону в зеркальном отображении. А затем нам всего лишь нужно будет по всему периметру обвязать столбиками без накида, при этом я сделаю 3 веерка с одной стороны и сверху. А здесь у меня будет все столбиками без накида. Я думаю, что с этим вы справитесь, поэтому делаем нашу мордочку и сшиваем все детальки. Когда все детали готовы, нам остается их только лишь пришить. Распределяете равномерно вот эту вот белую основу для глаз, так, чтобы она у вас вот здесь вот выходила за рамки окошка. Теперь немножечко вот так вот ее подвигаете, чтобы ровно посерединке окошка была середина, вот это треугольничек наш. Затем, пришив вот эту вот основку беленькую, пришиваете носик по центру и уже опираясь от этого смотрите, где у вас должно быть расположение ушек. Я расположила ушки где-то сантиметра 3 от вот этого вот основание нашего, где-то 2,5-3, с одной стороны и с другой стороны. То есть немножечко они должны у нас быть под наклоном. Пришивайте максимально плотно, распределив ушко. Вот эту вот заднюю часть немножечко назад пришиваете, а переднюю часть немножечко вперед, для того, чтобы у вас было как бы равновесие ушка. С одной стороны и точно так же с другой стороны. Вот эти вот веерочки не пришиваете, то есть пришиваете лишь только ту изначальную треугольную основу. А веерочки вот должны у вас немножечко как бы торчать. Вот, и после этого наша шапочка готова. Я надеюсь, что вам было интересно и понятно, поэтому не забывайте лайкнуть, кому понравилось. И обязательно подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан. Всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!